Всем привет! С вами снова я, Мария, с канала Мария Урюпина. Как быстро все-таки летит время. И сегодня я уже снимаю 8-ю часть посылок с AliExpress. Итак, давайте же начнем. Мне пришел вот такой вот купальник. Нижнюю часть я вам сейчас вставлю фотографию, и вы ее увидите. Эту партию посылок я заказывала совсем недавно. И уже сегодня ко мне пришел вот такой вот дневничок. Он раскладывается на 6 частей, и я его себе представляла намного больше, но он пришел именно таким. Не знаю, что из этого выйдет, но сейчас я снимаю просто на iPad, потому что у меня сломался телефон вообще полностью, и на нем ничего не работает. И вообще сейчас так неудобно снимать, я снимаю на iPad, и он так криво стоит, что вы меня, как видите, как-то вот так вот. И это раздражает, но все равно я продолжаю это видео, и да. Мне пришел вот такой вот купальник. Вот верхняя часть, а нижнюю я вам не буду показывать, но не знаю, как там. Не хочется, но все равно оставлю вам фотографию. Ну, в смысле, не оставлю, а просто вставлю в это видео фотографию, как сидит на мне этот купальник. Также мне еще пришли вот такие вот чулки красные. Не знаю, может быть, на камере они выглядят какими-то темными, ну, по крайней мере, сейчас. Так кажется, на самом деле они немного светлее. И вот такие вот белые чулки. Обожаю эти дни, когда сразу приходит несколько посылок. Вот прям вообще обожаю. И сегодня, так, вот, короче, я уже пока тут с вами говорила, ее открыла. Пришла вот такая вот кофточка, желтенькая, с покемоном. Вот такая вот полочка. И она очень удобная и очень красивая. Ну, блин, она очень сильно воняет. Даже не знаю, как вам показать, но, короче, пришли вот эти вот шортики. Ох, первый раз вижу такой цвет посылки. Слушайте, какой-то свет отсюда идет с края. Ну, короче, не обращайте внимания, а то мне лень куда-то камеру переставлять. А здесь прям так удобно. И это юбка, и еще продавец положил вот такой вот подарок. Это, конечно, безделушка, но все равно очень приятно. Маловероятно, что это подходит вместе, но все равно просто я сейчас надела какую-нибудь кофточку, чтобы показать вам эту юбку. А вот это вот называется «Заказала на каком-то неизвестном сайте». Ну, блин, здесь пробиты дырки для кнопок, и вот для этих штук тоже, поэтому да. Закрыла жалюзи, меня вроде так будет лучше видно и не будет отсюда вот так вот в рожу лицо светить. И да, вот следующая посылочка, и здесь уже, так, ну вот это вот я уже разодрала, но до меня еще кто-то там пальцем ковырялся. Короче, открываем. Так. И это чулки. Да. Я заказывала где-то 6 чулков. Вот те 5 предыдущих, или сколько их там было, ну, уже сами посчитаете. Они были, чтобы ходить на улицу, под штаны, в смысле, под шорты, под юбку их одевать. А эти чулки просто домашние, чтобы, да, в них быть дома. И сейчас я вам покажу. Так, вот они. Оп. Вот они. Так, они, короче, сейчас еще вместе. Вот так вот. Такой штучкой. Сейчас мы их разорвем. О, как быстро порвалось. И да, мне кажется, это очень няшно, очень круто, и вообще я довольна. И да, я покрасилась, но мне кажется, вы понимаете, что вот это вот все видео, то, что вы сейчас смотрите, снято не в один день. И да, я покрасилась в коричневый цвет. Это, ну, мой натуральный цвет намного светлее. Те, кто давно меня смотрит, уже 150 раз меня видели с моим натуральным цветом. Кстати, с голубым я ходила намного дольше, просто мои видео выходят редко, поэтому, да, и вам казалось, что я хожу только, ну, короче, очень мало с каким-то цветом, но нет, с этим голубым я ходила, ну, не полгода, но что-то типа. Ну, так вот, теперь у меня такой вот коричневый цвет, и, как вы видите, я все-таки нашла что-то, что подходит вот к этой юбке, которую я вам показывала несколько секунд назад, и, да, мы продолжаем дальше распаковывать. Так, я уже кое-что распаковала, ну почти распаковала. И здесь вот такие вот наклейки на клавиатуру. Вот. Также
мне пришла такая вот черненькая посылочка. Итак, что это? Это полотенце такое маленькое. Ой, ребята, так, у нас что-то упало. О, значок. Короче, мне продавец подарил такой вот значок. Потом еще какую-то карточку, на которой нарисован контрабас. Кстати, кто не в курсе, я играю на контрабасе, так что китайцы отгадывают мою жизнь. И да, вот такое вот полотенце. Сейчас я его как-то попытаюсь достать из этой штуки. И вообще развернуть и показать вам, какое оно и так далее. Так, оно очень тонкое, судя по всему. О, блин, оно нереально тонкое. Я думала, оно в 100 раз толще. Ну, короче, оно такое. Ух! Блин, нифига себе, оно маленькое. Я себе намного больше представляла. Ну, короче, такое пришло. Ну, такое вот. И да, я надеюсь, что вам хоть что-нибудь видно, потому что я просто отошла. И держу перед собой, и да, вот так. Я думала, оно больше, хотя, ну, это тоже не маленькое, но все равно. Больше похоже не на полотенце, а на какую-то подкладку под полотенце или что-то в этом роде. То самое чувство, когда очень лень брать ножницы, и ты просто ковыряешься пальцем. Так, и это моя бейсболка. И да, она просто замечательная, судя по всему. Не знаю почему, но почему-то я в этом уверена. Короче, сейчас посмотрим, права ли я. И она вот такая вот, она помялась в пути, но, в принципе, мне все равно нравится. Итак, ну мы продолжаем. И да, следующие две посылочки. Они маленькие, и как обычно, я не знаю, что я заказывала. Итак, первое, это, как я вижу, это такая вот одежка, хотя нет, как вам сказать, ну, комбинезон для педика. На нем написано security, ну, охрана, вот так вот. И, как обычно, жутко воняет, но это выветрится. Так, следующее, это помады, которые я заказывала вообще буквально неделю назад, и они уже пришли, и это офигенно. Я их заказывала не себе, а подруге, ну, по крайней мере, некоторые ей, некоторые себе. Сейчас я вам все покажу. Так, вот первые 4, я не знаю, как лучше показать, вот, смотрите. И еще 2. Вот они. На самом деле это видео намного длиннее. Просто да, я опять перевалила за 10 минут. И остальные кадры уже будут в 9-й части посылок с Алиэкспресс. А сегодня я с вами прощаюсь. На этом было все. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Ждите новых видео. Всех люблю. Всем пока.